На сцене выступали музыкальные коллективы города-курорта. В зале молодые люди со всего Краснодарского края. Организаторы поблагодарили прежде всего их за активную гражданскую позицию, желание встречаться и обмениваться опытом. На выставке в фойе Центра культуры «Родина» представлены все грани города-курорта. Анапа – это и город воинской славы, место, где можно выразить себя, в том числе и в сфере современных технологий, и, конечно, курортная составляющая. Этот форум всегда проходит в городе-курорте Анапы. Это не случайно, потому что на самом деле жители этого города, они относятся по-особому и к вам, участники, и к молодежной политике. И хочется еще также сказать спасибо огромное за то, что проводят вместе с нами его, за то, что организовывают такие вечера для вас, за то, что поддерживают волонтерское добровольческое движение. И форум «Гражданская консолидация 2017» считается открытым.